В микрорайоне Зенина завершено строительство поликлиники. Медицинское учреждение рассчитано на 600 посещений в смену, 450 взрослых и 150 детских. Кроме того, здесь разместились подстанции скорой помощи на 4 машиноместа. В поликлиническом отделении будут работать кабинеты терапевтов, педиатров, узких специалистов, процедурные, кабинеты для лучевой и функциональной диагностики, физиотерапии и стоматологии. Оборудование уже завезено. Новая поликлиника обеспечит жителей Зенина и ближайших микрорайонов качественным медицинским обслуживанием. Она примет первых пациентов сразу после прохождения процесса лицензирования. Поэтому мы понимаем, что объекты такие достаточно важные для микрорайона. Социальную напряженность они точно снимут. Мы, как застройщик, социально ориентированный застройщик, естественно, заинтересованы в скорейшем вводе объекта.